Бешут Кала Кадош. Всем добро пожаловать. Безват Ашем Абараха Ацлаха. Нашему другу Мило Исруэл Бен Бахор Борис. Безват Ашем Тацлех Бехода Рахав. Барух Ашем Акадош Баруху. Ему сделал вчера миракл. Бегам Тиварех это Даниэл Бен Ицхак. Йосеф Бен Даниэл. Ицхак Бен Даниэл. Акадош Баруху Тен Лахем Бараха Ацлаха. Бриют. Арбе Дисия Дишмая. Шефа, וגם תברך את הקיריל דניאל בן מיכאל, מרדכי בן זכריה, מולו אברהם אשר בחורו, הקדוש ברוך הוא תשפיע להם חוד של חסד, וגם תברך את סלמון בן נדיה, איגר בן נדיה, כל הברכות שבתורה, וגם תברך את אהרון בן אריאל, שתצליח בלימודיו, שיראת שמיים בעזרת השם, שתשפיע עליו חוד של הבנה, חוכמה, בינה ודעת, וכן ירצון ולומר אמן. אלף הבדלות בין המתים לחיים. דדושקה יעקב בן ישוע ויוסף וגם בחור בריס בן כסיו, בוחיים בן כסיו, דוד בן כסיו וגם תיבר, רוח השם תנחן בגן עדן עליון מרדכי מאדר בחיי בת, בת יהודה רוח השם תנחן בגדי עדן היא וכל השכבים עמה בכלל רחמים והצליחות וכן ירצון ונאמר אמן וגם רוח השם תנחן בגדי עדן סולימן שלמה הכהן בן תמרה וכן ירצון ונאמר אמן מפרדור ז'ונש דין הקדמה קדימה בהכרת הטוב פרק ב' פרק ח' בצעת הפרק זיסה גבריצה דוויצי פסמוטרים שאתה כוי הכרת הטוב בלגדרנס И как благодарность идет, что Тора наша думает про благодарность? Элю Мициют. Написано Баба Миция в Талмуде, в нашем 33-м странице, Амуд Алиф. Цнан авидато вавидодо авив, авидато кодемет. Человек потерял вещь. Если он потерял вещь, и его папа потерял вещь. Что он должен первый свою папину вещь пойти найти, или свою первую вещь? Наша Тора святая говорит, ты должен найти свою вещь первую, потом своего отца. Вавидато, вавидато, вавидат рабо шело кодем. Вавидато, вавидо рабо шело кодем. Ад ави, вавидо рабо. Также мы говорим такую вещь. Вавидато, ави, вавидо рабо, рабо шело кодем. Говорится, у него есть раввин у человека, и есть у него папа. Значит, у папы потерялся вещь, и у раввина потерялась вещь. Значит, когда теряется вещь у раввина и у папы, он говорит, раввина, вещь ты должен первый найти, прежде чем твою папу. Ну, в Шулхан Арухе написано, Йоредея, Симан 242, в конце там Рама приносит, если человек берет своего сына в ешиву или дает деньги за его ешиву, значит, каждая вещь, то, что мы сказали, его раввин первый идет, прежде чем он, если его папа не отправляет его в ешиву и за него не платит. Даже папа не учен, он не изучает Тору. В тот момент мудрецы говорят, нет, папа все равно проходит первый, прежде чем раввин. Но если папа не отправляет своего сына в ешиву, раввин проходит прежде чем папа. Что такое проходит? Вся вещь, то, что дается с раввином, это очень трудно нам понять, потому что мы много раз используем. Мы говорим, если у тебя, как написано в Шулхан Арухе, если папа в тюрьме и раввин в тюрьме, кого ты должен первого из тюрьмы вытащить? Все мы говорим папа, Тора говорит раввин. Но в такой ситуации, если папа не отправляет своего сына в ешиву, если он не отправляет, значит раввин идет первый, чем папа. Если папа отправляет ешиву, значит, он платит учителя, и он как будто бы своего сына учит. «Вавито рабо рабо кодемит, шавия вавия баулам азэв рабо шилам дэ хохма вия лехоя улам аба». Значит, каждый, который раввин изучает других людей или изучает кого-то сына, папа и мама принесли его в этот мир, продукт они принесли. Но как этот продукт будет, папа, мама, это над ним не работают. Значит, они его взяли, просвол судьбы оставили, и сын идет или дочка идет по какой степени, которой они хотят. Значит, по гоимской системе, по системе, которой она вся сломанная и поломанная. Вот посмотрите,
Вот здесь мы живем в Форест-Хиллсе, синагога находится в Риго-парке. Посмотрите, мы сейчас идем, сейчас в школу, когда люди идут, high school, public school, когда идут, мужчина, мальчики, руки держатся, девочки, лесбиянки, извиняюсь за выражение, голубые. Все эти вещи, здесь они очень-очень хорошо, и это они чего делают? Promote. Они это рекламируют. Когда ты эти вещи рекламируешь, это считается в нормальной форме. Человек уже, не дай Бог, привлекает. Знаете, как мы сказали, когда раввин учит, раввин не учит этим вещам, потому что Тора эти вещи запрещает. И написано, что когда его раввин учит, раввин его приносит в грядущий мир. И не только в грядущий мир, в этом мире. Почему? Потому что если человек, не дай Бог, ля алехем валькула мой Исраэль, если он мальчик с мальчиком или девочка, весь мир разрушается. Почему? Потому что нету прияурвя, то, что первая мицва, которая вторая написана в Берешите, что ты должен плодиться и размножаться. А здесь они это не делают. Значит, они автоматически рушат то, что Ашем создал в этом мире. Значит, когда это раввин учит, мы не понимаем, почему раввин должен быть прежде мой папа, мама. Мой папа, мама породили меня сюда. Они принесли в этот мир сюда. Что за чушь ты какую-то говоришь? А кто ему приносит этот мир и грядущий мир? Кто ему учит хохма? Кто ему учит мудрость? Если папа, мама мудрые, конечно, папа, мама, нету как ничего, как в этом мире, как папа, мама. Но если они не учат мудрости, он, не дай Бог, выращивает, растет и не по правильной дороге идет. Почему мы должны за это злиться? Вот в этом мы не понимаем, вот в этом мы не можем разделяться между этими вещами. שאם יש לפניו שתי אבידות ואחד מהם אבי ואחד מהם שרבו אבידו רבו קודמת как мы сказали если есть у папы и у своего раввина раввин что-то потерял и папа потерял он должен первым например раввин потерял книгу у папы потерял книгу он должен первым раввина пойти книгу найти какой раввин если этот папа ему не изучает хохма значит он его в ешиву не отправляет когда он ешиву отправляет Он ему учит, ешива учит ему хохма, мудрость учит. Какая бы ешива ни была, мы, конечно, говорим ешива, которая по стандарту Торы, не ешива, которая реформистская, которая не по стандарту Торы идут, в тот момент и говорится, раввин прежде, чем другой человек первый идет. Мизе нирей гам лелмед, ши адам михояв лакарева то, шне бни адам. Ляхад еш ховат акарат атов, шила това гдула, ляхад еш акават атов, аль това ктана. Значит, когда у человека есть благодарность, человеку, который сделал маленькую вещь, и человеку, который сделал большую вещь. Благодарность большому человеку первый идет, прежде чем благодарность человеку, который меньше благодарность сделал. Значит, если, не дай Бог, у человека, когда пришла Хацала, в тот момент и пришла Хацала, и она помогла первую помощь человеку, и когда она приходит, помогает первую помощь человеку, мы должны того человека хвалить и восхвалять и благодарить. Например, в том году, когда моя дочка пришла со школы, у нее специальная школа, они учат skills. Skills значит учат, как сказать, малой Исраэль, skills? Вещи, которые в жизни, они, как его зовут, принадобятся человеку. Унар. Унар это... Унар, вот это унар, что такое унар? Они учат унар. И нитинг, это когда вяжут, они вот это skills учат ей. Вязание, разные вещи. Музыка. И когда она принесла, уже каникулы были, летние каникулы, по-моему, июнь 20 уже стал, 21, когда летние каникулы стали. И она вот это вязание эти принесла, как вот иголки большие, вот такие иголки принесла. И вдруг ребенок берет, играется, и вдруг он играется, и я как раз и уже Минхаравид помолился, где-то 7:55 было. Вечера лето уже было. И вдруг звонок из дома, кричение, орение, ребенку зашла эта нида, он спотыкнулся, ему в голову так зашло. И голову так зашло, слава Богу. Что когда Хацала пришло, мы его подняли, я его поднял, принес, вот так целых 45 часов, вот так ездил, вот такая иголка, и мы едем в Коинс Хоспитал, Лонг-Айленд, и эта Хацала была один из там рабаев, раввинов, они с Хафец Хаима, с Ишивы с Хафец Хаима, он был доктор,
Это доктор приходит, Йосеф Мататов, Матаев, это Аарона сын, приходит первый, он пришел, Йосеф Мула Аарончика сын, он пришел, сразу помог, взяли ребенка, значит, чтобы ребенка довести, в основном берется 15-20 минут, а за то, что у него иголка, вот так мы должны с иголкой стоять, 45 минут до часа только ездили до больницы, пришли в больницу, 50-40 докторов, камера приходит, говорит, ты знаешь, мы хотим из этих вещей, когда такие критики устают, мы хотим муви, я сказал, не, ничего не надо, сейчас пока меня оставьте. И Барух Ашем, мы вытащили, это все хорошо, это внутри, он просто чуть-чуть кожу задел, внутри не зашло, никакие артерии, вот это говорится, miracle, это чудо, вот это то, что стало. И недавно вот этого я увидел, Хацала Гай, который пришел, я его помню очень хорошо, как ты его не сможешь вспомнить. Ты с ним был, как его зовут, 45 минут до часа, то у него был внутри амбуланса, внутри скорой помощи. Кроме скорой помощи, ты еще был с ним в больнице, он до конца в больнице остался, пока его вот эту иголку не вытащили, чтобы его поставили, чтобы посмотреть, камеру засунули, чтобы хас вашалом, чтобы снутри ничего, никакая дырка не стала, никакой тыщи, Барух Ашем, вытащили, все хорошо. И недавно я его видел, American Jewel, Нью-Джерси, я его видел, он обратно хацал, все остальное, спасибо, как дела, как ты себя чувствуешь, это я такой, вау, говорит, да, я тебя помню, говорит. Все, мы отсюда учимся, даже я его уже столько месяцев, уже год почти что прошло, я его обратно увидел в другом месте, в Нью-Джерси, в другом месте я его увидел, когда мы с детьми пошли отдыхать. В тот момент, чего тоже надо говорить человеку спасибо и познать ему хорошее. И все то, что он нуждается, то, что ты можешь помочь, это называется благодарность. Это что такое благодарность, когда человек приходит, берет со своего времени и в тебя вкладывает, ты должен его всю жизнь помнить. А мы что делаем? Иногда у нас такая дурная привычка. Один раз кто-то хорошее сделал. Даже как мы сказали этот кейс, понимаете, что он со мной был в этом, скорой помощи и все остальное. Окей, я сказал, это его работа, это его волонтерство. Он волонтирует, Ашем ему платит. Все, мы дальше пошли, я его не вижу, я его не знаю. Человек не должен быть таким человеком. Ты его должен помнить, ты его всегда должен проходить, его всегда благодарить и благословить. И постоянно то, что ему, не дай Бог, не в хватке жизни есть, если ты можешь помочь, помочь ему всегда. Всегда ты должен эти вещи помнить. Из-за этого говорится, когда человек понимает, есть две дороги у человека, благодарность маленькая и большая. Маленькая и большая, значит, когда первая маленькая и большая, ты первая должен человека благодарить, кто большую благодарность сделал, прежде чем маленькую. Шейло чувод ми гаон Раби Хаим Каневски зихрона цадик кадош ли рыха. Алла карат атов. Значит, сейчас спрашивают у Рав Хаим Каневского, а карат атов багой. Благодарность гою. Можно ли быть благодарным гою и все остальные гой? Мао макир това ли гой, имеш ли хуши асур ло тиханем. В гоем написано, что в Израиле и в другом мире, что ты им не давал с собой рядом подходить. Что такое рядом подходить? В Израиле мы знаем, что мы не можем квартиры продавать гоем, в Америке мы можем продавать и врендовать. А в Израиле мы можем врендовать, но продавать гоем нельзя. А если гой сделал человеку хорошее, еврею, чува мутар ло лимитца дакаратотов аля авар, эла имкен азе имших агой лазор аля леюдим. Говорится, не то, что гою надо спасибо сказать, то, что он до этого сделал, то, что он будет продолжать делать еврейскому народу хорошие вещи, ты должен ему быть постоянно благодарным, ему говорить спасибо. Лахен ауи леодот аля тов шиаса. И каждый человек должен быть благодарным даже гою за то, что он сделал человеку хорошее. Это на нашем языке называется человечество. Человек должен быть качество человечества. Эти все книга, она нам воспоминает, чего человечество. Когда человеку есть человечество, человек может друг друга с человеком общаться, человек может соединяться, у человека начинается появляться любовь. Но значит, убирается синат хинам, он не будет ненавидеть человека. Ненависть – это один из плохих вещей. Лойдит кавен лаятив, лемиши аса гамра. Шейла плони аса ли това, блидшит кавен лекав. А им еш лакир ло това альзе. Первый человек мне сделал хорошее. Он не сделал просто, он просто сделал хорошее. Он даже не бывает, у него в мозгах быть, сделать мне хорошее. Бавадай харе соусов аль еде нигмара това. Говорится, за то, что человек тебе сделал хорошее, даже он
смотри, он сделал мне хорошее, но он просто так сделал. Тоже мы должны ему познать благодарность и быть ему хорошим человеком. Шейла, плони асали хавирот ова мисуемет, мейдах асало гамра. А им еш митцва лаки лотова, оши кавенца гамра эн царих. Здесь спрашивает вопрос. Человеку сделали хорошее и плохое. Я должен ли этому хорошему человеку сделать хорошее или быть благодарным и помнить его всегда? Чува, зе шне дварим нифрадим. Зе това ху царих лаки ло това, вело шаэх ле шара дварим шааса. Он говорит, человеку сделали хорошее и плохое. Он говорит, эти две разные вещи. Это separate. Это отдельно хорошее, это отдельно плохое. За то, что он хорошее делал, ты должен всегда тоже помочь ему хорошее. Нет такая вещь, что, а вот он меня плохое взял, все. Человек иногда может 10-15 лет сделать хорошее человеку. Но один раз, не дай Бог, делает плохое, все он говорит. Такой вещи нет, а что все остальные вещи? Что остальные вещи, то, что в этом мире стало? Амирад ешер коах ле куаним. Майня на каратато варезе рак шалиях. Написано, что такое акарататов? Это человек, шалиях. Шалиях это значит посланник от Ашема. Как это понять? Шейла хинух митцва решмем алиф. Митцва хинухи написано, митцва 241. Катавши ада адам, колашер и каруху митов адра, ху сибаши того алав мед Ашем и дварах. У человека то, что встает, то, что хорошее. И то, что плохое, это говорится сиба, reasoning, причина, то, что Ашем посылает ему или плохое, или хорошее. Причина. Алкенши яциру, ойикаву, адам ядаши навшоки, а вонотот гармуло ме Ашем идбарах. Как мы изучали навшит и дом, что когда человеку делают боль, проблемы, ты говоришь, ты знаешь, что твои грехи, это Ашем тебя чистит. Значит, когда человеку проходят негативные вещи, Ашем говорит, я тебя сейчас сегодня чистю. Газар. «Вло яшид махшавато линком имену». Чтоб человек, не дай Бог, не думал, чтоб как человеку мстить. Когда человек мстит, он говорит, «Акадош Баруху, в этом мире его нету, не дай Бог». «Иху эноси батраато». «Еш лавин лифи имкен майня накарат атов, и кол миет Ашем идбарах». «Ши асе атов, эно эла шалиях». Каждый человек, который другому человеку, не дай Бог, сделал плохое. Он говорит, в тот момент тот человек называется быть шалиях. Шалиях – это посланник. Чува хакарат атов мекеван шу ая шалиях аль еден играм атова. Рауи ла акир това аль зе. Аль бан ши аса ра. Ало ло кава зод. Эле ми шамаим. И кем имнам ху шалиях, авал исно ото бигла зе ло царих. Человек другому человеку сделал плохое. Он говорит, ты не должен его ненавидеть. Ты не должен ему мстить. Он говорит, Акадош Барух Ху посылает шалиха, шалиха это посланника, чтобы тебя почистить человека. Лишмор ицият мицраим мишум хакарат атов. Шейла, хаим яшен мицад акарат атов льет шалих цибор лишмор минхаге йорцайт байом петирато раббо. Значит, человек умер его раввин, и он хочет быть шалих цибур. Шалих цибур, это значит, кто пойдет и будет читать. Чува эно михуяв озо эх им роце. Если он хочет, он может пойти и быть шалиах цибуром. Шалиах цибур это кто читает? За хазан. Как хазаин шалиах цибур это называется посланник за народа. Посланник за нашего народа. Ешь ногагим гамин и фатер ло шаэр харе зэра шелка. Имам имна ешь тамид ногагим авилуд. Бэй йорцайт шела раба. Значит, каждый человек, который... Мы знаем, что рабену Арагиль... Мы знаем, что Рав Каневский ходил, потому что у него не было детей. Он ходил к Хазонишу, чтобы сделать ему Лейлю Нишмат. Хазонишу не надо Лейлю Нишмат, потому что Хазониш сам книги написал. И эти книги, они всегда ему будут Лейлю Нишмат без никакого человека. Но если человек не оставил в этом мире детей, значит, тот человек может за этого человека сказать ему Лейлю Нишмат или Кадиш. Это все говорится благодарность этому человеку. בעזרת השם, השם שוגיב אז ברכה, הצלחה, ססום ושמחה, שבת שלום, חני רצון ונאמר אמן.